Хоккеисты «Сокола» сегодня проведут пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф ВХЛ с тюменским «Рубином». Пока наша команда уступает со счетом 1-3, и чтобы продолжить сезон, крылатым необходимо побеждать. Понимая важность этого матча, клуб даже организовал выезд в Тюмень своего фан-сектора. Вместе с хоккеистами и болельщиками поддержать команду отправились талисман клуба «Сокоша» и министр спорта края Денис Петровский. Важнейшая для «Сокола» встреча начнется в 9 часов вечера по красноярскому времени. Посмотреть прямую трансляцию можно на телеканале «Хоккейный», а также на официальном канале ВХЛ в YouTube и на платформе ВК-видео. Первый раз таким сталкиваюсь, чтобы команда и болельщики летели в одном самолете. Честно, я даже не знал, это было для меня сюрпризом, удивлением, но это была для меня приятная новость. Здорово пообщались с болельщиками. И им интересно, нам интересно, как они видят хоккей с трибун и как мы видим их